Всем привет, с вами Андрей. Мы продолжаем выживание подземелья, вторая часть, легенда о Колоссе. В данный момент у нас персонажи, собственно, 15 уровня. В прошлой серии мы, собственно, получили Эдмунда. Также в прошлой серии мы исследовали, открыли основной магазин. Это он на 2.1 открывается. И... вот. Ну и, собственно, в текущей серии хотелось бы... Давайте посмотрим по таверне, что у нас там. Бодрость включим нашим ребятам, чтобы они пободрее себя чувствовали. Именно некоторые это очень нужно. Миссии, чтобы была максимальная бодрость. В этой серии хотелось бы пробить 2.3 и 2.4. Чтобы открыть кузнеца, который на 24 караса открывается. Давайте, там по одному этажу, я не думаю, что сильно долго будет. Металлический, давайте побежали, собственно. Уровень монстра 11, шикарно. Нам шикарно. Нам чем выше уровень монстра, тем лучше. Нам говорят то, что у вас персонажа выше уровнем, а вы тратите на низкоуровневые данжи его. Хотя тело было найдено, местоположение Осина до сих пор неизвестно. Теперь, когда антитела получены, мы должны найти Осина как можно скорее. По данным разведки, он где-то глубже. Вероятно, он ищет какое-то секретное оружие рядом с ядром. Черт, неужели мы должны оставаться в этом проклятом месте? Задание еще не завершено. Да. Да. Что в вас всех? Собственно, бежим исследовать этаж. Посмотрим, у нас один из одного. То есть любые бафы, которые мы найдем, мы можем смело выпивать. Мы в прошлой серии уже встречались с жирным и со слизью, поэтому можем смело их ваншотать. Эта слизь даже еще и раньше ходит, чем жирный. Но это, наверное, из-за толщины. Потому что позиция у них первая и, собственно, вторая позиция стоит. Немножко золота. Возвращаемся обратно. Давайте закроем эту, чтобы она не мешалась. Развилка, непонятно куда идти. Давайте пойдем в эту сторону, чтобы сразу жирного. Ну, сразу мы его ваншотнули. Чтобы он не расслаблялся. Собственно, переход. Давайте побежим. У нас еще один сундучок, забираем. Ну, железные ботинки можно, в принципе, посмотреть, на кого они идут. Но я думаю, одни железные ботинки особо не актуальны. Они тем более 8 уровня. На кого они у нас? Они у нас на всех, кроме стрелка. Ну, я думаю, что они в любом случае лучше, не лучше, чем наши. Поэтому наши в любом случае остаются. Тем более, это серые, а это у нас синие ботинки. Градация, судя по всему, по цвету идет. Серые, зеленые, синие, фиолетовые, скорее всего, оранжевые. Но пока точной градации непонятно. По крайней мере, я именно такую градацию встречал. Собственно, пара зомбиков. Давайте их по-быстрому уберем. Минус один. У зомби, как вы, я напоминаю, иммунитет на контроль, поэтому мы не сможем их законтролить. Они будут ходить в любом случае. Зелье доспехов. Сейчас заберем кожаные наручи. Посмотрим, что за наручи. На 8 уровне, на стрелка. На стрелка. Но я думаю, наши лучше будут в любом случае. Да. У нас они фиолетовые, плюс тут очень много дополнительных статов. Урон от мутантов минус, урон мутантам плюс и скорость плюс 27%. То есть наша ДД вообще чуть ли не самая первая ходит, скорее всего. А, нам дали склянку доспехов. Давайте ее сразу выпьем. Дает броню. Выпиваем ее. На любого персонажа бросаем ее, и баф до конца этажа остается. Учитывая то, что у нас этаж один из одного, нам очень неудобно. Пробиваем одного, так называемую
слизь и пробираем вторую слизь. Забрали две слизи. Еще одну склянку получили, зелье пробития. Апаем ее тоже, чтобы посильнее ДПСить. Тут переходов очень много. А, собственно, забираем склянка, таинственное зелье. Как вы помните, зеленое зелье пить нельзя, а у нас зеленое зелье. Ну, зеленое зелье просто оно повышает урон по нам, поэтому сомнительное решение его пить. Одна звезда, поэтому, в принципе, ваншотается быстро все. Пробиваем. Мобы в основном уязвимы к духовному урону, также к яду некоторые мобы уязвимы. Поэтому они очень быстро падают от духовного урона и яда. Наша Софья бьет духовным уроном, а ядом у нас бьет наш ядовик Блэк. Нашли какого-то робота, но он, скорее всего, квестовый. Давайте к нему потом, в конце забежим. Сейчас пока весь этаж исследуем полностью. Еще две слизи, давайте их уберем по-быстрому, чтобы они не отсвечивали. Минус одна слизь. Минус вторая слизь. Слизь закончилась. Это, скорее всего, проходная локация. Да, это видно. Как тут много ответвлений, офигеть. Блин, не данж, однако. Слизь какая-то грейженная. Давайте посмотрим. Две. Собственно, это слизь грейженная, она... Она бьет танка. Ага, ясно, и бьет электричеством. Понятно. А, то есть, когда мы в следующий раз не встретимся, нам нужно будет ее бить. Получается, танку надо будет давать защиту. Ясно, понятно. А слизь нужно бить только ядом. Все остальное она зарезистит. Ну, по крайней мере, чем чаще ты ее будешь бить другим типом вооружения, тем сильнее она будет это дело резистить. Ну, в целом неплохо. Давайте заберем то, что нам там выкинут. Забрали некоторые вещи. Позже их посмотрим. Что у нас тут? Ну, тут, скажем честно, не особо. А, собственно, кольцо девятка. Ну, неплохо то, что она синяя. Но она у нас на кого? Она у нас стрелок. Ну, у стрелка лучше. У стрелка лучше. Это что у нас такое? Пояс. Аксессуары. Аксессуары у нас на... Получается, от мечника, либо на священника. Аксессуары вот можно ему дать, нашему мечнику. Пойдет. Так, ботинки. Ботинки у нас стрелок, рыцарь, священник. У нас тут 15-й. Ботинки отдаем стрелку. И, собственно, последний шарф. Это у нас голова, необычная голова. На стрелка. Необычная голова на стрелка одеваем. Получаем урон от огня, скорость, атака. Ну, в принципе, я думаю, нормально пойдет. В целом. Двигаемся дальше. На самом деле удивительно. Я много раз бил мобов, и там выпадали в основном белые вещи. А тут прямо синий, фиолетовый, прям вау. И они достаточно сильные. Жалко, они не стакаются между собой. Вот это было бы, конечно, еще шикарно. Но так вещи, видите, между собой не стакаются особо. Немножко полечились. Книга опыта. Пальто вора.
Ну, вещи, они низкого уровня, они там 7-8 уровней, поэтому они для нас бесполезны. Смотрим, где наш босс квестовый НПС. Ну, собственно, двигаемся до него. Нам надо в другую сторону. Прямо, прямо, прямо. Собственно, разговариваем с квестовым НПСом, роботом этим несчастным. Сильной вибрацией гигантский механический объект поднимается из ямы со множеством труп. Ослепительная вспышка белого света, густой дым поднимается повсюду, и трупы сожженных мутантов разбросаны повсюду. Что это за чудовище? Еще один продукт этого сумасшедшего. Красный блестящий предмет на его груди. Вероятно, это должно быть гигантское механическое оружие, ранее упомянутое в разведданных. Остерегайтесь его избирательной атаки, мы должны найти способ остановить его. На этот раз все по-настоящему, приготовьтесь. Как нам противостоять механическому колоссу? Кстати, свеженький колосс, судя по всему, если мы его сможем убить. Противодействие насилию. Определите слабость, отсеките его источник силы, чтобы она замедлилась. Она это. Получите кавалерийский шлем, или броню из пластин. Ну, учитывая то, что уровень низкий, то, в принципе, нам особо невыгодно. Поэтому, я думаю, для нас будет оптимальнее определить слабость, отсечь источник его силы, чтобы она замедлилась. Когда колосс замедлился, люди используют этот шанс, чтобы починить его и избежать сильного урона. Это колосс. Колосс — это очень сильное чудо. Очень больно бьющее, имеется 1500 хп. Иммунитетный контроль у него. Короче говоря, это очень сильное, жирное чудо. Но мы его должны быстренько сейчас потушить. Давайте гард. Посмотрим, будет он бить по площади. Щит массовый. Дадим ему бронелом. Он бил в переднюю цель. Отлично, нам очень сильно повезло. Стреляем по нему. Крит на 700, отлично. Практически дожали, еще чуть-чуть. И не добирается он. Пытаемся забить ядом, отлично, мы забили. У нас плюс один колосс, судя по всему. Кавалерийский шлем, ха-ха-ха, этот панк никогда не сможет. Наконец-то это прекратилось, он чуть меня не поджарил. Теперь возьми его ядро, его энергия восполнится, и у нас будут большие неприятности. Подожди секунду, что-то не так. Ядро колосса сильно берет и мгновенно взрывается на 1000 осколков. О боже мой, что здесь произошло? Ядро взорвалось. Нет, ядро самое твердое вещество в мире, его нельзя разрушить, если нет более мощного источника энергии. Есть только одно объяснение, за этим стоит Осин. Поскольку группа раздачена разрушением ядра, Осин, который наблюдал за ним из укромного места, быстро исчезает за потайной дверью. Мы получили 5000 золота. И уровень закончился. Это 100%. Конец хода. У нас, собственно, свеженький колосс, судя по всему. Давайте все лишнее продадим. Продать. Давайте примерим какое-то снаряжение. Что у нас тут? У нас тут получается на стрелка шлем. Ну, у стрелка он явно лучше. Шлем бесполезен. Этот на клерика шлем. Вот клерик он подойдет. Есть также руки 8 на стрелка. Но руки у него лучше. Ну и все, собственно. Поэтому продаем все. То, что до 15 уровня. Продать.
собственно, все, осталось 15 уровень. Смотрим, что у нас нужно. Ратуша, то, что что-то прописала. Давайте заберем осколки Блэка. Рано или поздно, я надеюсь, нам дадут его возможность улучшить, загрейдить. Нам открыли подземелье Главарь. Собственно, то подземелье, о котором мы говорим. Нам нужно его обязательно пробежать, для того, чтобы открылся возможность кузнеца. У нас вот видите 24, нам нужно пошлепнуть быстренько главаря. Посмотрим, что у нас за уровень. Главарь 10 этаж, 10 уровень мобы, скорее всего, будут плюс-минус. Вот тут вообще написано 14 мобы, ну это я не думаю, что сильно критично. Ядро крепости. Ядро используется для активации колосс леса. Свеженький колосс, судя по всему, будет. Это неплохо, по крайней мере, посмотрим на него. Да-да, нам говорят, что уровень мобов низкий и так далее. А вы тратите двойной опыт. Ну, у нас особо вариантов нет, давайте. Главарь, где скрывается осень? Этот парень хитрый лист, он часто меняет место. Теперь мы должны обыскать каждый закуток. Мы должны найти его и перевернуть все вверх дном. Как скучно. Люди, любите делать бессмысленные вещи? Почему бы не остаться просто в живых здесь? У нас этаж один из одного, поэтому, в принципе, для нас не критично. Убираем лишнее ответвление и поехали. Посмотрим, что нас ожидает. Тут может быть ловушка. Главарь, собственно, жирный. И давайте посмотрим их уровень. Они у нас, получается, 11-й это уровень. Ну, в принципе, не критично, но, по крайней мере, в любом случае, предмет хорошо, 11 уровня. Нам, кстати, урона уже не хватает, чтобы их убить. Ну, правда, не на всех. На некоторых нам все-таки хватает. Шлем кочевника, и тут больше ничего нету. Убегаем отсюда. То, что один этаж, это хорошо. Мы как только найдем любые склянки бафы, он сразу будет поражать. Ну, собственно, мобы достаточно посредственные, очень быстро ваншотаются. Наши любимые грибы. Собственно, ну, мы ничего не можем применить здесь. Пройти очень осторожно, попробовать поднять ловушку голыми руками. Мы деактивировали ловушку. Ну, ни серьезной травмы не получили, дебаф мы тоже не получили. И на том спасибо. На самом деле, чтобы пройти эту ловушку, можно было бы использовать инструменты, но у нас не было. Они заканчиваются с каждым новым данжем. Если они появляются, то они появляются. Тут же с новым данжем. Еще немножко золота, шарфик. Потом посмотрим, что за предметы. Я думаю, что не сильно они нас будут апать. Тем более они не фиолетовые, они зеленые. Они, конечно, могут в теории состакаться между собой, но это... Ну, собственно, тут просто сундук лежит. Давайте его заберем. Немножко золота. 36 монет, это вообще копейки. Опять два зомби, так называемых. Убираем обоих зомби. Первый кандидат на выход и второй кандидат на выход. Убрали обоих, нам дали склянку, отлично. Удар. Пьем склянку.
на любого персонажа ее кидаем. Давайте посмотрим, что за шапки и не шапки у нас там. Шапки 10 уровня на стрелка. В целом неплохо. У нас, собственно, атака. Криты. Тут у нас что? У нас 56. 51. Ага, атака. А вы не поверите, у наша лучше даже. Чем вот этот. Поэтому, в принципе, я думаю... Да, видите, нам авто говорит то, что наша лучше. А вторая шапка, собственно, на воина. Давайте посмотрим. Ну, урон по зверям, а тут урон по зверям. Ну, я думаю, понятно, что мы ее одеваем. Она элементарно 11 уровня. По крайней мере, у нас снаряжение плюс-минус уже выравнивается по уровню наших персонажей. По крайней мере, не голышом ходим. Забираем этих жирненьких. Убрали жирного. Забираем зомби. Зомби закончился. Дали нам какую-то склянку. Несчастный. Собственно, вот этот проходной главарь. Давайте исследуем до конца этаж. Пробежимся в левую сторону сначала. Тут с Лиси жирный. Давайте его уберем по-быстрому. Сейчас забрали жирного. Теперь убираем слизь. Слизь может резистить. Если мы их с одного удара не забираем, она будет резистить. Все, кроме яда. Собственно, переход. Давайте пробежимся, посмотрим. Странная комната. Я думаю, она, скорее всего, квестовая. Не будем пока с ней взаимодействовать. Сначала поговорим с тем, а потом будем двигаться дальше. Я думаю, они просто взаимосвязаны. Жирный очень моб. Это две звезды. Ничем не примечательно, скорее всего. Очень быстро будет убираться. Давайте посмотрим, можем ли мы его законтролить. Да, скорее всего, он контролю подлежит. Поэтому сейчас просто ему не даем ходить. Даем ему контроль. Но контроль на него не сработал. Ну, просто ваншот на него. У нас собрали, собственно, то, что нам тут смогли выдать. Ожерелье, не ожерелье, немножко золота. Давайте посмотрим, что у нас тут. У нас есть свежий посох на нашего мага. Давайте его накинем. Свежее ожерелье на нашего. ДДшника. Ну, стрелок это не актуально, все остальное. Пушка у нас лучше. Рукавичка не серый вообще. Ну, то есть. Пока как-то так. Двигаемся дальше. А, мы в другую сторону должны бежать. Поговорим с Осином и пройдем в этот инкубатор, или как он там называется. Я думаю просто, что это Осин, скорее всего. Раз он называется главарь, скорее всего, это Осин. Давайте пробежим. Сейчас у нас, судя по всему, босс будет. Пройдя через множество неприятностей, группа наконец-то прибыла в секретную комнату. Здесь Осин проводил свои безумные эксперименты. Осин Франкенштейн. Да, я не ожидал, когда вы придете ко мне. Вау, это чудовище со щупальцами на электрическом стуле. Не будьте беспечны, в моем механическом гаджете полно ядовитых устройств. Проклятье, он встроил ядро в свою машину для убийств. Мы ему не ровня. Тот, что в маске, мой старый знакомый. Синдикат Осин. Блэк кричит на высокомерного Осина. Внезапно, кажется, сильный удар.
по нервам Осина. Сильный ток ударил по нервам Осина. Ты этого не может быть, разве ты? Иди к черту, засранец. Понял, понял. Ты уже противился привидению, которое пришло отомстить. Я пока не планирую умирать. Нет ничего ужаснее того, что я пережил. Даже если ты призрак, я отправлю тебя обратно. Ну же, давай мне почувствовать вашу ярость, мистер Блэк. Ты демон, твое безумие должно закончиться. На самом деле он очень слабый. У него одна звезда всего лишь. У него 900 хп единственное. Он бьет ударом, бьет отравлением. Передача дебафов, удар ядом опять же. Развивает случайно зараженного человека, зараженного мутанта. Останавливает. Короче, это очень сильное чудо. Но его можно потушить, судя по всему, физой. Да, его можно тушить физой, но не духовным уроном. Ну, в общем и целом, наш стрелок сейчас его за пару ходов ваншотнет. А скорее всего, на него контроль не должен подействовать. Я так думаю. Давайте гард дадим. Учитывая то, что стрелок его будет бить, давайте дадим баф стрелку, чтобы он его сейчас за один ход забрал. А, за один ход его не получится забрать. Ну ладно. Заберем весь мусор мелкий, который тут присутствует. Ходит Осин, он бьет по нашему танку, но у него ничего не получилось. Мы стреляем по Осину, крит на 1500, Осин закончился. Черт, с тобой трудно иметь дело. Это не имеет значения. Осин, приготовься умереть. Блэк бросает орден на его арест, берет свое оружие на полную скорость и бросает в раненого Осина. Ты думаешь, сможешь убить меня, Блэк? Ты очень наивен. Просто безрассудный ребенок. Как безрассудный ребенок вы использовали, чтобы быть... Торопиться не надо, это моя территория. Я проиграю с тобой. Я поиграю с тобой, ха. Старый извращенец, берегись, ребята. Осин внезапно выпускает липкий густой туман, чтобы окружить толпу с помощью своих щупалец. Он убегает в сторону потайной комнаты. Поторопитесь, мы не должны позволить ему уйти. Осин ушел, судя по всему. Либо на второй бой будет, да? Нет, второго боя, наверное, не будет. Он довольно быстр. Теперь, когда мы его потеряли, что нам делать? Я знала, что он... Знала, Блэк, знала. Серьезно? Я думал, Блэк это мужик. Ну, видимо, знала, это Блэк. Все ясно. Почему я только что наложила на него... метку с помощью алхимическим запахом, он от нас бьет вперед. Не, ну Блэк, конечно, женского пола, это детский сад вообще. Вспомогательные ребята, которых нужно по-быстрому убрать, чтобы они не отсвечивали здесь. Убрали, собственно, ребят. Ну, мы, собственно, смотрели предметы, они ничем не примечательны. У нас сильнее, у нас 17 уровень, меч у нас 14, даже если какие-то латы не латы, но у нас в любом случае лучше. Поэтому для нас это бесполезная фигурина. Вот, собственно, повторный Осин. Мы опять с ним подеремся, что ли? Тупицы не знают истинного значения механического колосса. Когда это поймут, я уже буду далеко, для активации потребуется некоторое время. Так что я немного поиграю с ними. На этот раз тебе не убежать. Неужели? Насколько я понимаю, вы не добились никакого прогресса. Вы еще довольно жалкие и глупы. Все находится под моим контролем. Ну, с Осином мы уже дрались, стреляем по нему. Рубим.
Ну, на самом деле, Осина мы забьем. Мы его забили бы, собственно, весь Осин. Но, да, нам дали кровоток, но мы там ничего не сделали. Зато мы слепнули босса по-быстрому. Этого Осина. Осин металлический. Палочку знахаря получили. Речь идет о времени. Со вспышкой белого дыма на выходе из подземной лаборатории появляется змеевидная машина с черным металлическим корпусом. Впереди механический колосс, который только что был сбит с ног. Какого черта? Что, я сплю? Осин использует этого механического монстра, чтобы уйти. Приключения мы закончили. Если вам понравилась игра, мне игра понравилась, но отмечать сейчас я не буду. По крайней мере, в данный момент. Давайте посмотрим, все ли мы исследовали. Да, мы все исследовали, но нам не засчитали почему-то на 100%, что удивительно. А, мы не были в этой лаборатории, да, вместе с вами. Давайте пробежимся в лабораторию. Заодно узнаем, что это за лаборатория. Что у нас тут свеженькое? Палочка знахаря. Урон проникающий, урон моллюску, духовный урон, атака. Небесная кара, духовный урон, атака, проникновение. Тут атака. Урон по моллюскам, духовный урон. На самом деле, вот это вот сильнее будет. Небесная кара, это у нас получается первая, да? Нет, а что такое небесная кара? Небесная кара непонятно. Ну ладно, не будем заморачиваться. Переоденем ее. Там просто урон по моллюскам. Урон, а у нас как раз моллюски присутствуют на текущем этаже. Но лучше, конечно, та. Но опять же, небесная кара, она сомнительная. А там хоть духовный урон. Ищем, где у нас находится эта склянка. Мы неправильно идем. Собственно, мы пришли. Внутри огромные стеклянные банки для эксперимента находится гуманоид с болезненным выражением лица. Что делать? Влить таинственные... Три таинственного зелья. У нас, наверное, их нету. Да, мы могли бы влить, но мы не нашли их. Ну, в наш случай только разбить инкубатор. Какая грязь. В секретной комнате колба стоит странным цветом. В отличие от других колб, в которых содержится зеленый яд, жидкость в этой банке кристально чистая. Внутри нее женщина. Квест МП, скорее всего. Либо... наш новый напарник. Давайте вытащим ее. Группа разбила колбу и вытащила женщину. Ох, где я? Ах, кто раздел меня? Кто вы, извращенцы? Перестаньте смотреть на меня. Группа торопливо накрыла ее курткой. А где вы взяли куртку-то? Не поймите нас неправильно, мы наемники из города Вальгалла. Мы здесь, чтобы уничтожить лабораторию Осина. Если мы правы, значит, вас похитил Осин. Ох, мне очень жаль, я не помню своего имени. Я просто помню, как меня вырубили. Я думала, что вы с ними заодно. Серьезно? Как ты не помнишь своего имени, если у тебя у нас написано что-то из стресси? Детский сет, а? Могли бы сначала, не знаю, знаковыми вопросами, например, заблюрить ее имя, а потом уже, когда она представится или что-то вспомнит, уже ее... дать возможность увидеть имя. Все хорошо, мы вас отсюда выведем. Большое спасибо, я как раз вспомню что-нибудь полезное, скажу вам. Ну, дал немножко золота, и все. И на этом прохождение этажа закончилось. Можем выходить. Там у нас 100%. Собственно, победа, в город, выходим.
В особняке лорда группа обсуждает предстоящую кампанию Ноя. Королевская гвардия. Милорд, наши солдаты были таинственную... нашли таинственную башню на юге Востока. Время от времени из башни наносятся ужасные крики. Что это может быть? Нашли что-нибудь подозрительное? Милорд, нет. Вокруг абсолютно никого нету, но мы нашли каменную табличку за пределами Высокой башни и зарисовали ее. Более того, у нас у входа были ключи странной формы. Мы собрали их. С этими словами Шарлотта вытащила ключи из кармана фотографии. Меня зовут Радон. После катастрофы я построил клетку душ, предназначенную для заточения грешных душ. Всякий раз, когда живые существа в землях Ауры умирают, их души будут заточены в клетке. Они будут страдать от бесконечной боли и раскаяния, чтобы смыть все свои грехи. С момента завершения эта клетка для душ вновь появится на Земле через 1000 лет. Когда праведники смогут открыть некоторые из клеток ключом моего наследия и сокрушить злые души. Что вы думаете? Забавное занятие. Да пусть начнется охота. Да все равно, только не удерживайте меня. Бог должен желать, чтобы мы освободили эти грешные души. Так что проверим, когда у нас будет время. Тюрьма открыта. На каждом этаже есть только один лидер монстров. Его убийство даст вам отличные снаряжения и чертежи соответствующего уровня. Соответствующее снаряжение откроет следующий этаж тюрьмы. Каждый раз, когда вы ходите в тюрьму, вы можете использовать единственный ключ, но стат героя не будет падать и генерировать бафы и дебафы. Остальное рекомендуется использовать игрокам самостоятельно. Нам дали немножко ключей. У нас есть чертежи оборудования, давайте что-нибудь создадим. Давайте, давайте. Первый раз открываем кузнеца. Это кузница, вы можете изготовить снаряжение. Давайте выберите рецепт снаряжения для изготовления. Нажмите на героя, который будет участвовать в создании снаряжения. Обратите внимание, что герои, участвующие в крафте, временно недоступны для приключений. Давайте этот. Она у нас же квестодатель, да? Нажмите крафт, чтобы начать создание. Через 20 секунд получается. А, ну это брызги. 20 секунд это брызги. Давайте подождем. Вообще я буду, скорее всего, отправлять вот этих вот. Вот этих единичек наших. А как, этих ребят не будем, скорее всего, отправлять, чтобы они просто не проседали. Ну, собственно, давайте заберем. Мушки дворф мы получили. А, они одноразовые, серьезно? А, ну все правильно, в принципе. Они и должны быть одноразовые. У нас не хватает латунных этих. Так, давайте заберем тут владыка, что-то у нас бубнит. Раз, два, забрали, хорошо. У нас свеженький колосс, судя по всему, да? Да, нанять колосс, давайте наймем. У нас свежий колосс. Ненор можно будет усилить еще. Бьет шоком. Урон шоком. Уменьшает урон всех героев, нанесемых гуманоидом. Регенерирует 4 позиции, наносит урон, шанс отбросить и оглушить. Ну, посредственный моб, на самом деле, нам эффективнее наше дерево. Ратуша, главное забрать. Блэка забрали. Свеженькая у нас 3-1, это уже тут будет кто-то Стив. На самом деле Стива, как вы помните, можно было купить, собственно, в магазине. Поэтому, я думаю, 300 тысяч можно заодно купить Стива. Вот, собственно, у нас есть Стив, а это Стэн. Ха, но они, видимо, разные. Стив, Стэн. Ну, это, судя по всему, боец. Вот он, подписан как гладиатор. Открыта тюрьма, лаборатория.
главарь. А лаборатория для повторок. Но все остальное, в принципе, можно продать. Но я продам, наверное, без вас уже это все дело. Розыск у нас не обновился. Можно будет его пробежать по-быстрому. Ну, колосса, нам говорят, что мы можем улучшить его, но нам нет смысла улучшать. Потому что, ну... Хотя тут брызги, что тут. Давайте его кинем пару. Ну вот, кинули немножко на колосса, чтобы он не отсвечивал. На самом деле этот колосс эффективнее будет с этим, с изолентой, которая... Сейчас я ее покажу. А ну, вот она. Она у нас присутствует, ее дали за это, за ежедневный вход. Она с ней, у нее как раз навыки на электричество. И она очень сильно, как раз она будет с ней не сочетаться. Но у нас ядовитый, поэтому наши будут очень сильно сочетаться с ядами. У нас открыли некоторые эти. Открыли вот тюрьму с 20 этажа. Ребята там 20. И герцог с 17. Офигеть. Что-то еще такое? Зачистка подземелий. Не знаю я, что это. Можно будет разобраться потом отдельно. Лаборатория, это уже повторки идут, судя по всему. Повторка с 11 уровня. Или нет? Наверное, да, это идут повторки, скорее всего. Вот как вот здесь, в запретном лесу, вы видите. Вот эти вот 16 и 6 уровень, это повторки уже идут. В повторках можно бесконечно ходить, но все зависит от того, насколько у вас энергии хватит ваших бойцов. Тюрьму, скорее всего, можно будет посмотреть отдельно, потом у нас 18 ключей в данный момент. Группу Ноя. Но опять же, 17 этаж это слишком дохрена, мы, скорее всего, не продаем 17 этаж пока что. Тут можно какую-нибудь, не знаю, изоленту отправить, например. Будет истощен. Но уровень героя должен быть 15. Будет истощен. Ну вот. А, уровень героя слишком низок. То есть нужен именно 15 уровень героя для того, чтобы он туда пошел. Ясно, ясно. То есть он в соло пойдет, серьезно? Класс. Ну ладно, это мы с вами потом разберемся, либо я сам посмотрю это. И потом вам расскажу. Я думаю, мы с вами на этом закончим. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей, всем пока.